Владимир Путин подписал указ о создании Госфонда поддержки участников специальной военной операции и их семей, информирует в телеграм-канале городской администрации «Вести с Дворянской». Основная задача фонда – обеспечение военного и его близких всем необходимым. Фонд будет открыт не только в Москве, но и в каждом субъекте Российской Федерации. Теперь подать заявление на оформление карты жителя Самарской области можно в любом офисе МФЦ, говорится в телеграм-канале железнодорожного района. Для этого потребуются три документа – паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Фотографию бесплатно можно сделать в офисе МФЦ при подаче заявления. Средний срок изготовления карты жителя – не более 14 дней. Как только она поступит в отделение банка, заявитель получит СМС-уведомление о ее готовности и сможет забрать карту в удобное для себя время. Помимо МФЦ, заявки по-прежнему принимаются в банках-партнерах проекта на сайте kart.samarskoyoblast.ru и в мобильном приложении. В Самаре официально стартовал месячник по благоустройству, напоминает в телеграм-канале Октябрьского района. В этом году основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника – 5, 12, 19, 26 апреля и 4 субботника – 8, 15, 22, 29 апреля. Помимо представителей коммунальных служб, общественных организаций, муниципальных и государственных служащих, в генеральной уборке общественных пространств и дворовых территорий смогут принять участие и неравнодушные горожане, желающим присоединиться к наведению чистоты и порядка в городе. В телеграм-канале рассказывают, где можно получить необходимый инвентарь. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки рассказывают, что нужно сделать, если с вами по соседству живет одинокий пожилой человек и ему нужна помощь. В этом случае можно позвонить на горячую линию социального проекта «Народная опека» по телефону 250-06-88. Оператор горячей линии передаст сигнал специалистам в комплексный центр социального обслуживания населения, который выйдет на место и предложит помощь в случае, если она действительно требуется.